Всем привет! Сегодня мы отправились в путешествие. Вот наша главная героиня спит. Вот. Собрались мы отдыхать в санатории в поселок Белокуриху, санаторий Эдем. В этом санатории нас милостливо принимают с нашим животным. Мы с ними обо всем договорились, они нас ждут с нашей собачкой. Вот, вот так она у нас тут устроилась. В багажнике все мы разложили. Тут у нас лыжи, вещи, клетка упакованная с собой, чтобы мы ее могли в номере оставлять спокойно, и она не мешала никому. Вот. Вот так отлично мы тут устроились. И Сальма у нас довольна и счастлива. Ехать нам в Белокуриху 2 дня. Путешествие у нас это займет. Первый день мы останавливаемся на ночлег в Красноярске. В отеле тоже нас согласились принять с животным. Причем в Красноярске это отель с животными принимает или ты договорился так? Нет, там спрашивали, ну, что за собака, какая собака. Попросили потом предоставить паспорт и прививки все. Ну, то есть, если нормальная собака, то можно остановиться, как бы, и проблем нет. Если собака без документов, то там остановиться нельзя. Ну, это да. Новотель. Это сеть отель Новотель. Вот, и там нас принимают собакой, но обязательно должны были мы взять ветпаспорт. Мы взяли ветпаспорт. Вторая ночевка у нас будет в Новосибирске. Там тоже мы договорились, и отель тоже нас принимает собачкой. Как новосибирский называется ром-отель? 55-я широта. Называется отель 55-я широта. В центре города. Вот, в центре города тоже нас принимают там с собачкой. Собачка у нас без задних ног. Саля, а ну-ка, хоть посмотри в камеру. Покажи свою мордочку. Салечка. А то все подумают, что ты умираешь. И тебе не нравится ехать в путешествие, Сальма. Да. Сальням? А что у тебя есть? А что дашь? Вот так мы едем. Все довольны, счастливы. И отправляемся мы в путешествие. Саля, голос скажи привет. Саля. Голос. Саля, голос. Саля, голос. Давай голос подай уже, а, Салечка. Ну, подай голос. Ну, давай, моя зайка. Ну, вот, наконец. Саля, кав? Салечка, давай, давай, на место, на место. И голос, делаем голос. Давай, скажи всем доброе утро. Поприветствуй всех. Сальмонелла, скажи всем доброе утро. Саля, ну, скажи доброе утро. Подписчикам доброе утро скажи. Саля, голос. Так, сначала мы зевнем. Голос, Саля. Голос. Ну, давай. Так, распевочка, распевочка, распевочка. Саля, да вы не сбивайте. Саля, распевочка, распевочка. Зевнем. Еще раз. И давай, голос. Саля, голос.